недели. Но тем не менее у нас остается, вот именно в этой карте будет еще очень много белых пятен, за которые никто на самом деле не отвечает. Райф Нарич сказал, что вот те территории, за которые, которые не были закреплены ни за одним подрядчиком, убирать будет муниципалитет. И это будет в любом случае решено. Спасибо большое.